Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Скоро Новый год, и это значит, что нужно задуматься о подарке для лающего друга. Но что подарить собаке, у которой вроде бы все есть? В этом выпуске мы расскажем вам 4 интересные идеи для подарка лающему питомцу. Даже если вы уже купили вашему питомцу все возможные игрушки, его все равно есть чем порадовать. Собакам, как и людям, важен не подарок, а внимание. Лающий друг будет счастлив просто проводить время со своим хозяином. Однако, если вы хотите подарить своему любимцу что-то особенное, то мы готовы предложить вам несколько идей. Итак, представляем вам 4 интересные идеи для подарка собаке, у которой все есть. Устройте праздник для вашей собаки дома. Например, вы можете приготовить ей особенный ужин с ее любимыми лакомствами. Если вы хотите сделать праздник запоминающимся для питомца, устройте костюмированную вечеринку. Нарядите вашего лающего друга в костюм и нарядитесь сами. Также не забудьте про подарки. Например, подарите на праздник своему любимцу новую игрушку. Подарите вашей собаке настоящее путешествие. Например, можно вывести своего питомца за город или в парк. Лающие обожают бывать в новых местах, потому что это дарит им новые эмоции и впечатления. Также многие собаки любят поездки на машине, поэтому даже путь до нового места прогулки может стать для вашего питомца подарком. Однако помните, что при перевозке собаки на машине важно соблюдать правила безопасности. Подарите питомцу времяпровождение с другими собаками. Лающие – социальные животные, поэтому они всегда будут рады провести время в компании сородичей. Погуляйте с питомцем в специальных местах для собачников, где ваш любимец сможет найти себе новых друзей. Также вы можете договориться с другими владельцами собак и устроить совместную вечеринку, где ваши любимцы смогут как следует пообщаться друг с другом. Подарите собаке курс, например, по фрисби, дрессировке или собачьим танцам. Лающий друг будет счастлив получить новые навыки. Также такой подарок позволит вам провести время вместе со своей собакой, что также ее обрадует. Для лающих очень важно как можно чаще бывать вместе со своим хозяином. Выбирая курс, помните об особенностях своей собаки. Подберите занятие, которое будет по душе именно вашему питомцу, а также будет соответствовать его породе и размерам. Что ж, теперь вы знаете, что подарить собаке, у которой все есть. Следуйте нашим советам, и пусть празднование Нового года принесет удовольствие не только вам, но и вашему лающему другу. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!